Если я буду качаться в Эндере, то единственное, что мне надо там прокачать. Свим мне не нужен. А нет, нужен. Да хотя нет, зачем? Лодку с собой просто и все. Свим мне не нужен, можно на лодке. То есть единственное, что мне там надо, это прокачанный меч. Больше ничего не нужно. Может, неохота тратить больше двух ударов. Ой-ой-ой. Чушь, я вас тут так позабывал-то всех. Ну, ёкаламане. Чё ж вы не собираетесь-то? В смысле, автоматически. Короче, ладно, действительно. Сейчас берем курс на прокачку непосредственно именно шмоток, а не, то есть, создание адекватной алмазной брони, хорошей, за которым будем следить. Вот, сообразить, что там надо, что не надо, что актуально, что не очень. Все. Проходка увеличена до упора. Где тут есть и распрыг, и летать можно. В целом все есть. Большая такая территория, которую, кстати, что-то вдруг... То, что из-за того, что я увеличил, что ли, так хорошо видно стало. Ха, прикольно. А, то есть это тоже, кстати, можно будет объединить. Ну, это ладно. Посмотрим. Так, нужны ли нам эти кирпичи адские? Честно, нет. Чтобы их хранить... Идите, он орёт, блин. Кто, блин, тут факела ломает, а? Ёлки-палки. Все-таки надо ли увеличивать? Здесь увеличивать. Тут, по-моему, достаточно или не очень. Все-таки повыше сделать. А, тут надо не... А, я здесь не доделал, кстати. Ёлки-палки, а что такое? Странно. Почему я ее бросил? В целом поток мимо, так что в общем-то ничего страшного. Эта идея, не надо, заткнули все, можно. Не надо так рисковать, ну его нафиг, ну его нафиг. Но здесь, видимо, придется все-таки прокопать, да? Угу. Видимо, придется. Thank you.
Так. Что ж, довольно весело получилось. В общем, в целом. Прокапывание всего этого безобразия. Мне надо избавиться от мусора. Так. Мусор у нас идет в лаву. Так, вот это, вот это. Туда же, туда же, туда же. Один оставим, пусть будет. Знаете, хочется привести к одному все-таки знаменателю. Вот я почему сейчас это делаю, да? Потому что, ну, реально хочется вот сделать, чтобы они были одинаковы. Вот эти вот мои постройки, хочется, чтобы они были одинаковы. Хорошо. Как будто специально его под удар лезет. Сволочь. Так, это надо позатыкать. Ибо у нас тут все идеально. Красиво и аккуратно. Только так. Нашел оптимальный вариант, так сказать. Топс. Топс. Как обычно, одна единственная клеточка славы. Хорошо. Пум-пум-пум-пум-пум. Так. Ну, тут, видимо, я лазером стрелял. Потому что такие... Ну, я думаю, по крайней мере. Я надеюсь на это. Опа.
есть. Одна сторона готова. Так, вместо лазера. А что, мы все... А, ясно. Забагованный кусочек бывает. Раз, два, три должно хватить. Снесем, в этом нет ничего страшного. Ну где там? Концовка-то, ё-моё. То есть концовка достигнута. Так, небольшой пропуск. Плохо. Одна лишь, один лишний кубик. Не страшно. Так, ну будем ли мы вот тут продолжать? Вопрос. Бляха-муха. Делать ли тут так же? Или все-таки вот так вот оставить? Пожалуй, вот так, да. Раз, два, три. Ага. Пожалуй, все-таки будем идти единым, так сказать, стандартом придерживаться одного. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Угу. В эндерятник я сегодня уже не пойду. Что? Ну, потому что реально уже устал. Уже начал допускать глупые ошибки. Хотя там-то особо не поошибаешься. В общем-то. Что там ошибаться-то? Спокойно. Стоишь под навесом. Шпынеешь их. С удовольствием. Раз, два, три, четыре, да? Ну, как вариант, кстати. Почему бы и нет? Угу. Так, избавиться от части камушков. Так, кидаем, кидаем, кидаем. Так, от лишней свинины избавились. Ну и, собственно, что? В целом неплохо. Вон, перед лавой успеть остановиться. Угу. Ну, кстати, можно будет продолжить вот эту тему дальше, да? То есть добить ее все-таки до конца. Ну, можно будет, можно будет. В целом идея не такая уж и плохая. Вроде нормально. Достаточно такая шустрая машина. Единственный минус, что если сейчас попадется лава, меня, скорее всего, убьет, чертова мать. Хотя, возможно, я успею проскочить. О! Хе-хе, энергия кончилась, фига себе. Лихо. Ждем, что. Пошли пока. Заделаем.
А, вот здесь вот, да? Угу. Здесь не получилось. Так, это что такое? Так, ну тут лазер. Ну, давайте пока выравнивать. Благо есть чем. Есть, так. Ну, это незначительная допила. Это все фигня. Опять грибочки. Так. Опять лишние какие-то отверстия. Здесь что? Готово. А ну мне надо вот так вот это все делать. Ну, как говорится, не то чтобы, но в целом желательно. Так. Угу. Есть, так, где еще? Все. Нет, не под завязку, просто глюканутый кирпичик. Ладно, это норм. Вы же не деретесь? Вы не деретесь. Отлично. Так. Выбрасываем все лишнее ненужное. Грибы тут даже. Парочку оставляем. В конце концов, мало ли чего. Вдруг пригодится. Ну и помчались выстраивать трассу. Ребята, идите нахрен, я занят. Так что давайте-ка это, не мешайте. Ага, прикольно. Аккурат хватило, да? Так что, может, до конца тогда допинаем? В целом. Как минимум печально. А с другой стороны, ничего страшного. Угу. Так, вот чуть-чуть мы тогда убираем, да? Текс.
давай без этого. Так. Упс-помс. Ладно. Угу. Тут какой-то проход, как бы, да, не ясно. Может, тупиковый, может, нет. Хрен его знает. С какой угодно может быть. Это все фигня, на самом деле. Потому что у нас не интересует этот проход от слова совсем. Чё? Ты где? Чего, блин? Слышь ты? Рожа партизанская. Ну-ка. Козлина. А, блин, а? Долбаный гаст. Так, то есть здесь у нас получается мы убираем, да? Вот так выходит. Ну да. Получается, что так. Тут немножечко. Ого. Есть. Главное лаву не попасть. Тише. Хорошо. И еще одно. Красиво идет. Мысли. Блин, я уж офигел. Нажимаю на кнопку, она не срабатывает. На секундочку испугался. Ау. Мелкий, не мешайся. А то опять геноцид объявлю. Из-за тебя, зараза. Так, а надо ли нам вот здесь эти заграждения? Честно говоря, не особо, да? То есть, как бы с одной стороны вроде надо, я расширил. Здесь-то оно идет по, скажем так, обжитым землям. Так, вот это нам надо, не надо закрывать. Скорее всего, не надо. Да, то есть вот момент, как бы, нужно ли нам... Просто как я здесь больше расширял именно. То есть вот эти штуки ставить не особо-то и нужно. Да что, убираем их? Вообще, да. Это что-то я категорически не прав. Сюда надо. Так, лестницу оставить. А эти, соответственно, просто убрать. И все. Блин, или нет? Или поставить их все-таки? Пес его знает. И так, 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 так. Угу. Угу. Тут прерываем. Идем туда. Нет, знаете, наверное, поставлю. С обоих сторон причем. Пусть будет единая такая, единый такой вариант, чтобы. Зато четко, понятно, понятно, видно. Умс. Умс. Четко и понятно видно.
где дорога, где не дорога. Начнется там не сделал, тут забыл, тут решил, что не надо, и все. И понеслось. Так, ну, высота вроде достаточная для распрыга. Для... Да, более чем. Мне главное, чтобы молот срабатывал. Такие вот странные конструкции появляются в аду. Так что вам только хрюкать остается от удивления. Да ладно. Ну офигеть вообще. Блин. Ты шутишь? Обалдеть! Я не специально. Ой, сорян. Да. Неожиданно. А, ясно. Ну тогда просто вот так сделаем. Вот так. Вот. Ой, нет, стоп. Чуть фигня получилась. А, да, здесь же эти. Точно-точно. Колонны. Блин, тогда их надо убрать. Так, по крайней мере. Она мешает. Угу. Ну, излишне получается. То есть, как бы... Ну, очень здорово, что здесь с ней так получилось, блин. Красота, чё? Просто красота. Такс. Здесь пропуск, да. Ха, даже тут угадал, получается. Не, ну там уже ладно, тут не надо. Тут основная вот эта магистраль, что вот она прямая, как говорится, вот она идет, вот такая вот вся из себя, просто супер. Ох, класс. Ну и, соответственно, факела. Даже без них. Пам. Пам. Все у нас будет освещено. Нет, здесь не надо. Освещено. Тыц-тыц-тыц-тыц. Ох, ё-моё, сейчас факелов-то улетит. Я же вообще этот туннель не освещал, да? Так, что-нибудь нам надо здесь. Вот лестницу, конечно, тоже бы улучшить, но она, скажем так, это отступление. Основной, так что нет. Количество факелов не показывается, блин, насколько уж удобнее. Вот на самом бы этом... Иридиум буре могло бы число высвечиваться. Ну а что, вот же написано 57 очков. Ну тут, соответственно, столько пакелов.
не думаю, что это сильно бы усложнило. Так. Хорошо. Ну, по уму, да, вот так должно, потому что это так недалеко. Это что такое? Сносим. Хм, интересно. Так, улетает. Угу. Тут что? Кусок говна, а? Слышь ты, медузу перерос. Так, еще раз я что делал? А, да. Перетаскиваем сумки. Сумку. Все. Так, next. Это двоечка. А, так. Это нет. Это так, так. Так. И от красных кирпичей мы избавляемся. Ну, потому что добыть их несложно, как говорится. Ну, смысл их с собой таскать, на самом деле. Что сами видели, с какой скоростью они добываются. Да. Это мощно. Вот это я понимаю. Сейчас туннельчик более-менее. Хотя, по-моему, ниже получился, чем тот. По-моему, да. Пониже он. Ладно. Фигня война. Главные маневры. Ну, можно будет добавить. Невелика проблема. Вообще надо заняться доспехами. Серьезно, буду зачаровывать нормальные доспехи, а то я так и буду подыхать на все время по глупости. Зачаровать их на противостояние огню. Потом качаться. Так, что у нас тут? Так, так, так. Нет, стоп, пузырька. Здесь пузырьки лежат. Да, вот здесь. Так, так, так. Все, да? Все. Лед. Собственно, подзарядку. И на этом на сегодня мы. Потому что. Ой. Тут два слендера, оказывается, я что-то и забыл уже. Так, это не надо, это не надо. Сначала вот это. Потом вот это. Блин, может сразу на остров к слендерам тупануться? Чтобы в следующий раз, как говорится, не заморачиваться тут. Ни по поводу чего. А что мне еще сейчас делать? Только качаться. То есть надо сначала... Надо прям реально заморочиться по поводу слендера. Ну, уровня, вы поняли. Так, значит, давайте смотреть, что у нас сейчас тут. Ага. Ага. Тут. Ага, здесь. Ведро ненужное. Какие-то вещи. Ладно, вроде. То есть сейчас надо с
Слендерятник, да? Блин. Ну хорошее выпало. Так. Сейчас надо в слендерятник. Может, на лодку. Подожди-ка, одна же лодка тут есть. Я ничего не путаю. Ну-ка. Ау. Эй. Кто лодку спер, а? Лодка. А, всего-то. С ним молотком это делаешь. Если делать это не молотком, то дерево не рушится. А не молотком говорю, не топором. То дерево не рушится. Надо спеть? Да. Здесь есть. В смысле? Блин. Стоп, и не надо было. Давайте. А, ну кстати. Так. Помчались. Фух, слондорядню. Ну, то есть, нет, сейчас уже все на самом деле. То есть, я сейчас просто сохранюсь, я не буду тратить ничего. То есть, задача будет какая? Набиваем где-то уровни 25 уровней. Идем домой, зачаровываем. 25 уровней, идем домой, зачаровываем. То есть, сначала нужно, соответственно, зачаровать доспехи. Нужным образом. Все. То есть это штаны, это ботинки, это шлем. Шлем у меня частично есть. То есть будет на неустойчивый. Ну, посмотрим, в общем. Что, разбиваемся? Ты где? Господи ты, боже ж ты. Спасибо. На что она развалилась? Палки? Причем тут палки вообще? Стрельно.
Странно. На палке развалилась. Надо просто пальнуть в нее и все, и не париться, блядь. Действительно. Че, блин? Ну, это, я говорю, проблема этих лодок. Разбивание берег непонятно. Это вообще что-то запредельно странное. Так, ага. Нет, стоп. А где кармский подход? Ой, кармский, блин, вниз. Палычевский подход сюда. Это явно не он. Или он? Нет, это не он. А, вот. Блин, ну я слепая жопа. Пипец. Ладно. Так, спуск тут отсюда, да? Пью. Вот так. Пришли. Ткнулись вот так вот взглядом. И отключиться. Уф. Ну и за сим, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, делитесь этим видео в соцсетях, друзьям, о нем рассказывайте. Если на канал подписались, обязательно прожимайте колокольчик, это очень важно. Ссылка на плейлист и на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Ну а пока, всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде наших строек, фармов, всего, короче. Всего понемножку. Ладно, все, всем счастливо.